тюльпанчики пробиваются у нас на ВДНХ. Газончик. И все, можно сказать, что мы не в Москве. И все. Но опять же говорю, что здесь вездесущий гул. Понимаете? То есть все равно ты понимаешь, что ты, блин, в Москве, как так или иначе. За исключением, я думаю, нескольких мест, типа дома с привидением, который я заснял, смотрите предыдущее видео. Ну, за какими-то редкими исключениями. А что про тюльпанчики нам сказать? Тюльпанчики у меня во дворе на Петрово взрастали, где я родился и жил до 9 лет. Город Ишкрова. В каждом видео приходится это повторять, потому что если кто-то смотрит первый раз, он же не знает про то, что я из Ишкровы, что я люблю Ишкрову, хочу туда вернуться. Вон, глядите, ребятки. В общем, там зацветали тюльпанчики. А Лугутенко я люблю определенно. Вон, видите, тут памятник ракете.